В 6-м лицее сложилась хорошая традиция. 1 сентября первоклассники и выпускники встречают вместе. Для одних это только начало школьного пути, а для других – сложный и ответственный год. Год подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Первоклассникам, конечно, для любознательности. И чтобы они каждый день бежали с удовольствием в школу, своим педагогам творческих успехов, чтобы они любили прежде всего свою работу, своих детей и стали добрыми наставниками для своих детей. Но 11-классникам у них очень тяжелый, достаточно сложный будет год, поэтому им, чтобы все мечты сбылись, чтобы они поступили все высшие учебные заведения, те, которые запланировали. Первоклассники – главные виновники торжества. Все слова, стихи и песни обращены именно к ним. Выпускники тоже сказали свое слово и передали ключи от родной школы. Теперь малыши будут хранителями лицея. У меня сегодня набор 11 раз. Я иду в первый класс. И каждый раз, набирая первый класс, очень сильно волнуешься. Какие же будут эти твои будущие первоклассники? Потому что я понимаю, что все 4 года я буду проживать вместе с ними. Они станут моей семьей, моими друзьями. И, конечно, это очень тревожно и волнительно. Но надеюсь, что у меня будет все здорово, потому что сегодня в школу идут самые лучшие, умные первоклассники. Первоклассники готовились к этому дню основательно. Торжественный момент навсегда останется в памяти каждого из них. Хочу, чтобы хорошо учились, и чтобы пятерки всегда были. Хорошие учебы. Чтобы они учились на одни пятерки. В Одинцовском районе десятки тысяч мальчишек и девчонок перешагнули пороги своих школ. Впереди новый учебный год, контрольные, олимпиады, конкурсы и фестивали. Всем этим будут наполнены будни учеников. А еще они наполнятся победами, достижениями и отличными отметками. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».